Никому нет дела до бедной старушки и ее бед. Никому. Кто это? Пабло, это ты? Нет, я не Пабло. Прости, душа моя, я Ата. Мир так жесток и беспощаден. Ко мне недавно заходили посетители и здорово меня расстроили. Тебе не холодно? Что тебе предложить? Ничего, я просто... Ерунда. У меня в кастрюльке бульон. Налью тебе чашку. Бульон звучит здорово. Вот, держи. О. Осторожнее с костями, душа моя. Бульон согреет душу, но косточка может убить. М? Все прямо так, как в жизни, верно говорю? Эти посетители, они тебя обидели? Молоденькая парочка, дезертиры. Девчонка-то была беременная. Что было делать? Выкинуть их на улицу? Я спрятала их от властей, рискнула. Все говорили, старуха-то за свою доброту поплатится. Обокрали меня. Взяли кольцо, кулон, все, что было с земли. Подарки от покойного мужа. Я не желаю им зла. Меня волнуют только мои вещи. Я бы все отдала, чтобы вернуть пропажу. А что? Мне все равно нечем заняться. Слушай, босс, если я не путаю, за углом есть заведение с красивым...
Видимо, это тот, кого я искал. Значит, и подруга его здесь.
Выглядит интересно. Она побежала в лес.
Дейзи, бедняжка. Эта старуха обобрала их до нитки. Надо бы с ней переговорить. Ну что там, не нашлись эти двое? Не могу, я все-таки О, здравствуй, душа моя. Хочешь еще бульона? Может, хватит уже кривляться? Что, душа моя? Слышу я уже совсем плохо. То ли от бомбежек, то ли от старости. Да хватит уже. Ты забрала у них все, загнала их до смерти, но тебе и этого мало. А ты чего хочешь? Мир перемалывает нас, отнимает все. Я не хуже всех остальных. Нет. Чего тебе? Ты вернешь все, что украла. И еще раз кого-нибудь обидишь, утоплю тебя в твоем же бульоне.